Тем временем турецкая артиллерия нанесла удары по 4 регионам в Сирии, где действуют бойцы курдских сил самообороны. Новые атаки резко осудили в Дамаске и призвали ООН принять меры в отношении Анкары. Ее действия вызывают недоумение даже у союзников. Вице-президент США Джо Байден потребовал от Турции немедленно прекратить обстрелы. Тем временем сирийские правительственные войска продолжают наступление. Наиболее крупный успех в провинции Рака, административный центр которой, напомню, террористы объявили своей столицей. На западе региона армии удалось взять под контроль целый ряд стратегически важных высот.